Новое видео выходит каждый день в 20:00. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Привет, Данил. Сегодня 8 марта 2019 года, что означает, что в этот день празднуется по праву твой праздник. И если 14 февраля видео Валентинку, на которое ты мог получить, в которой я говорил, что 14 февраля это по праву наш праздник, то 8 марта это по праву твой праздник. Ведь именно в этот день отмечается День всемирной независимости женщин. А ты, Данил, как мы все можем знать, еще та шалашовка. Именно поэтому в данном видеоролике я хочу поздравить тебя, да и всех других GTA Samp ютуберов, но в частности, конечно же, тебя, с таким величайшим праздником, как 8 марта. И лично мне кажется, что данный праздник придуман не зря, ведь у моей девушки день рождения, как мы можем знать, блэд. И, Данил, понимаешь, то есть я буду очень долго ждать того, когда ты мне все-таки ответишь и скажешь «да», либо скажешь «нет». Я вынесу любой ответ, Данил. Главное, чтобы ты сказал мне то, что я тебя так сильно жду услышать. Ведь я тебя, как ты можешь знать, люблю. Да и не просто люблю. И я готов стерпеть абсолютно все твои провалы и проколы, как, допустим, когда ты ушел на Arizona Roleplay за деньги, или когда ты не вернул мне 500 рублей за обзор Confidence. Я, конечно, понимаю, что Confidence сейчас закрыт. Вернее, открыт, но это уже X-Project. Однако я все равно жду от тебя этих 500 рублей, без которых наши отношения просто не могут быть. И не подумай, я ни в коем случае не алчный, не какой-то там корыстный и так далее. Я просто хочу, чтобы между нами не было никаких долгов, только разве что супружеские. И более ничего. Поэтому в этот день я бы хотел поздравить тебя с 8 марта. И ждать, пока ты все-таки ответишь мне либо положительно, либо отрицательно. Но мы-то все знаем, что отрицательно ты ответить просто не можешь, Данил. И давай договоримся так. Если тебя вот эта вот твоя Альбина, вот эта вот твоя сука держит силами, то в следующем видеоролике с веб-камерой ты моргнешь 2 раза. И так мы все поймем, что тебя держат в заложниках, Данил. Можешь почистить историю браузера, дабы не показать ей, что ты смотрел данный ролик. Мы тебя освободим, Данил. Главное, держись. Мы все тебя любим, а в частности, я. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, а в частности спасибо моему величайшему другу Данилу Герейре. Я тебя хочу. Секс.